Hi guys! Welcome back to Junri's Vlog the React. For this video reaction guys, let's go to Russia. Спасибо to our Russian friends, and the title of this video that we need to do some reaction for today is I'm Russian and I'm tired of apologizing. So credit to the owner also with the video, Military Forces XX1 or 21st Century. I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video. Let's get to it guys and enjoy watching with this amazing video, because we enjoyed watching with Russian video because it's so interesting and so loving it also. And if you're new to my channel, just click on the subscribe button, click the notification bell so that you'll be updated on our future uploads. And if you have some comments and suggestions related to this video guys, or any Russian videos that you can suggest, drop it in the comment section. I'd love to read and respond to you all, and let's get to it. Enjoy guys. Я русский. И этим званием. Oh, anyway, I'm reading also with the English subtitles. Я русский. Я устал. Tired. Устал извиняться. Устал нести ответственность. Устал стыдиться. Устал чувствовать позор. За что? What? За то, что из Азии пропал рабовладельческий строй. Oh. За то, что Латвия, Эстония, Литва катались как сыр в масле. За то, что, обороняя порт Артур, променяли 15 тысяч русских на 110 тысяч японцев. Oh. За то, что, обороняя Петропавловск-Камчатский, в 1854 году около 1000 ополченцев, потеряв 40 человек, отбили атаку трехкратно превышающих сил, отправив в могилу или на койку 400 противников. И за то, что их командующий англосакс застрелился. За то, что Кипр, Болгарию, Грецию освободили от турок. За то, что wow. не дали уничтожить сербов. За то, что, выполняя миротворческий долг в Афганистане, обменяли 15 тысяч на 200 тысяч. За то, что 90 десантников не дали прорваться 2500 боевиков через высоту 776. За то, что променяли 84 человека на 400. За то, что два батальона наемников в Грозном не смогли уничтожить штурмовой отряд Майкопской бригады. За то, что советская армия освободила Европу от фашизма. Может мне извиниться за Баязет? За Брестскую крепость? За атаку мертвецов? За эсминец Новик или лидер Ташкент? А может, пред монголами за то, что мы иго сбросили? Или за Александра Невского за то, что европейских рыцарей на дно Чудского озера спустил? За то, что Анна Ярославна научила Европу пользоваться вилкой и мыться хотя бы раз в месяц, а не раз в полгода? А может, извиниться за 9-ю парашютно-десантную роту 345-го гвардейского отдельно-парашютно-десантного полка, принявшую бой на высоте 3234 в Афганистане? Вау, wow, за что incredibly я amazing. Должен здесь извиниться. За то, что, несмотря ни на что, мы сохранили честь, гордость и человеколюбие. За то, что наши правители не дают нас опустить до уровня Сомали. За то, что мои прадеды выбили с Дальнего Востока японцев и американцев. Я понял. Я должен извиниться за то, что немытая, забитая и необразованная Россия дала миру Толстого, Герцена, Горького, Гоголя, Ломоносова, Чернышевского, Гагарина, Королева, Циолковского, oh Крылова God, и прочих. Wow. Да, я устал. Я русский. Я устал извиняться за то, что я русский. За то, что во мне течет кровь тех, кто прибивал щит на врата Царьграда, тех, кто разрушил Римскую империю, кто освоил одну шестую земной суши, тех, кто спас Европу от татаро-монголов и фашистов, тех, кто проехал по улицам Парижа, тех, кто на кораблях спасал будущее США от Британии. Да-да, и это тоже. Можно много перечислять, но у каждого государства есть страницы истории, которыми можно гордиться. Right,
Но почему-то только Россия должна стесняться своей истории и посыпать голову пеплом. И перед кем? Перед Европой, которая уничтожила инков, ацтеков, майя, сжигала людей на кострах, вырезала пол Африки, остаток продала в рабство? Интересно, что должны мы сделать, чтобы наконец-то все, униженные нами, нас простили? Может, хватит нам писать о своей истории в извиняющемся и самоуничижительном тоне? Лично я устал извиняться. Пора научиться гордиться тем, кто ты есть. Я русский, и хочу, чтобы мои дети гордились той страной, в которой они родились. Вау. That was truly a tremendous and amazing video that we created. Military, for Military Forces 21st Century, it was indeed a great compilation. And I really love to hear also the way how it was narrated and it was given the history of Russia, how that we should not be apologizing and you should not be apologizing also, because the way how Russia, such a being, a country, a nation that's so powerful and so like the patriotism itself and the history and the people itself, it's so like diverse and also with a lot of history that the Russian people can tell to the world that we are a great people. Oh my God, I enjoyed it a lot seeing and reading those history that what Russia has been through throughout the years of the history of that one. My God, they are facing a lot of like sacrifices of helping to other countries. This is a very nice story that they are telling us. There's nothing to apologize. There's really nothing to apologize. And this is such a very nice video, seeing that people can appreciate also how Russia did in the past history, like with the war that they are going through. Such an amazing. Thank you so much for this wonderful video, Pasiba, to our Russian friends. Guys, if you want to see the full video, it's in the description box below, because you will enjoy watching with this one, guys. It's so impressive the way how it was telling us the story of how Russia was fighting through all those wars. Enjoy this video, guys. Same as I did, just give a massive thumbs up. Like and just subscribe also with my channel. This is Junris Vlogadag Reacting. Stay humble, stay positive, guys. Bye, and see you in my next video reaction. And if you want to, and if you have some comment suggestion related to this video, guys, or any Russian video that you can suggest, drop it in the comment section. I would love to read and respond to you all. And if you want to check also my second channel, just check on the description box below. I'll put on the description box below, guys, so that you can check also my second channel. Thank you so much, and see you in my next video reaction. Bye bye, guys.